Привет подписчикам и гостям канала. Маанка, как заболевание самых разных аквариумных рыбок, чрезвычайно распространено в современных домашних искусственных водоемах. Практически каждый аквариумист знаком и с заболеванием, и с его последствиями. Официально маанку называют ихтиофтериозом, и подвержены ему все виды декоративных рыб, без исключения. Каким же образом происходит заражение обитателей водоема маанкой? Инфекцию можно занести с грунтом, с живым кормом, с водой, регулярно доливаемой в аквариум. Даже с рыбами, купленными или откуда-то завезенными, которые могут стать причиной заражения. А еще подводные красавицы могут после транспортировки или еще по какой-то причине и буквально за одну ночь покрыться некрасивыми белесыми пятнами. Или вдруг рыбий иммунитет ослабнет, а последствия также выступят маанкой. Дабы избежать подобного, в целях профилактики рекомендуется каждую новую рыбку или растение, а также других обитателей аквариума, помещать на карантин в отдельный резервуар отсадник, где они могли бы без проблем акклиматизироваться перед перемещением в новый для себя микромир. Что касается растений, то их не просто следует отсаживать, но и обрабатывать дезинфицирующими растворами. Симптомы маанки у рыб сначала выражены неярко. Обитатели аквариума продолжают вести себя, как ни в чем не бывало, активно плавают и кормятся, даже играют. Однако на поверхности их тел появляются едва заметные точки-крупинки. Это и есть маанка. Однако нужно разбираться для уверенности, поскольку какой-то другой грибок рыбок лечения может потребовать совершенно иного. Убедиться в том, что это маанка, необходимо время. Таким же точками проявляется дерматомикоз, однако потом место поражения покрываются пушистым налетом, а у рассматриваемого заболевания такого не бывает. Похож по симптомам и лепидортоз. Однако крупинчатая форма его довольно скоро переходит в пустулы с жидкостью. Лимфоцитоз – это белые узелки, а также пластинки, быстро разрастающиеся на теле инфицированного живого существа. Лечение болезней рыбок необходимо начинать сразу после появления маанных крупинок. Эта стадия отлично поддается терапии и может исчезнуть без следа для эстетики декоративных аквариумных рыбок. Только заболевших из общего аквариума необходимо обязательно забирать. Для эффективной борьбы с заболеванием можно порекомендовать антипаразитарный препарат малахитовый зеленый, который при верном назначении творит настоящие чудеса. Также хорош антипар – средство, специально разработанное для лечения аквариумных рыбок и других обитателей аквариума от эктопаразитарных, грибковых и бактериальных болезней. Всем спасибо за просмотр. Пишем комментарии, ставим лайки и подписываемся на канал.